Всем привет! Вот праздники у нас проходят. На улице погода совсем не зимняя, серость и такая вот мряка-бряка. Ну и что? Опять прихожу на кухню. Казалось бы, еды всего было много-много, но чего-то уже хочется другого. И вот я сегодня решила приготовить борщик. Приготовила борщик. И вы знаете, в этот раз мы капусту покупаем на рынке у одной и той же хозяюшки уже много-много лет. И в этот раз купили капусту. Я не знаю, что с этой капустой. В общем, мне пришлось ее пережарить. И я, наверное, сделаю с нее пирожки. Вот такой у меня борщик получился. Капусточка еще тут у меня тушится. Ну, уже скоро-скоро она будет готова. Здесь у меня, конечно же, процесс идет. Смотрю своих любимых девчонок и мальчишек, смотрю видео. В общем, у меня тут, знаете как, все в процессе. И готовка, и просмотр, и комментарии. Но, кроме этого, тут же у меня еще мои птички, мои птички. Да? Красавчики. Замолчали. Только что пели-пели, тут прямо мне целые серенады исполняли. Замолчали. Но в основном поет Яша, вот который первый. В голубом пиджачке. Яша у нас прям такой голосистый, такой голосистый. Прям оперный певец. И одежда у него такая вот красивая. Молчат. В общем, вот такие вот у меня сегодня дела. Погода, я же еще раз говорю, погода ужасная, серая. Ну, просто даже не хочется выходить на улицу. Ну, вот честно скажу, не хочется выходить. Поэтому сижу дома, смотрю ваши видео. Что такое, Яшенька, чуть не упал. Смотрю ваши видео, приготовила обед. И сейчас покормлю свою семью и опять пойду заниматься любимым своим ютубом. Смотрите, какой у нас туман. Просто ничего не видно. Все в белой пелене. Вот так вот мы приехали в магазин, вышли. Туманище. Одни огонечки. Вот такой туман. Вот вам, пожалуйста. Январь месяц и такое, и такая у нас градуса, погода. Градуса 3 или 4 тепла. Ну такой туман, это просто вообще ничего не видно. Представляете? Вот так и вылетай на самолете, да, в такую погоду. Египет, Турция. Не, ну взлетать он взлетает, только приземлиться из Турции не в Харькове, а в Киеве, если там тумана нет. Да, ну наверное везде такая погода. Вот плюс, это вот плюсовая. Передали, что в Харькове вечером сегодня у нас 6-е число, дождь с мокрым снегом. Или мокрый снег с дождем. Ну пока я не наблюдала. Даже мжичка перестала. Один туман. Это теплынь какая. января. Всех с праздником, с Рождеством, кто празднует. А многие же отпраздновали. Многие отпраздновали, многие два раза празднуют. Ну все, едем домой.